смотрите прямо сейчас в программе «Детали недели». Экстремальное вождение. Чем на самом деле посыпают зимние дороги? Недетская статистика. Такого, чтоб не было у нас вообще. Почему педофилам опять закон не писан? И новое в издательском деле. Что станет поводом для развития районных газет? Добрый вечер на телеканале «Юрган. Детали недели». Все, чем запомнятся эти будние дни, в обзоре Евгения Стокоза. Ему слово. Одна из самых важных тем, например, то, что в учебных заведениях Сыктывкара объявлен карантин. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу. В столице незапланированные каникулы продлятся до 10 февраля. Продолжатся перерывы в учебе и у юных жителей Усинска. Там карантин объявлен накануне. Также отменены массовые мероприятия с участием детей. Отопительный сезон проходит в штатном режиме и без серьезных нарушений. В этом главу КОМИ заверил вице-премьер правительства региона, курирующий сектор энергетики и ЖКХ Константин Лазарев. По его словам, специалистам удалось не только сформировать запасы материальных ресурсов, но и подготовить резервные источники энергоснабжения на случай нештатных ситуаций. Количество сотрудников «Интаугля» сократилось вдвое. Сейчас в штате градообразующего предприятия Приполярного города числится 688 человек. А до принятия судьбоносного решения о ликвидации до июня 2018 года там работали 1249 сотрудников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минпром, всего за это время уволено 534 специалиста. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, падает. Сохранилась и тенденция снижения их общего числа. Такие данные озвучены на заседании Республиканской коллегии МВД. При этом пристального внимания требует ситуация на дорогах. Рост числа погибших ДТП сразу на 11% по сравнению с прошлым годом. КОМИ «Авиатранс» начинает прямые полеты из Усинска в Екатеринбург и Нижний Новгород. Рейсы начнут выполняться с февраля. Вылететь из нефтяной столицы КОМИ можно будет по вторникам в 16:20, а вернуться на родину в среду в 13:50. Время в пути из Усинска в Екатеринбург около 2 часов 60 минут на дозаправку и далее на этом же самолете в Нижний Новгород. В Сыктывкаре окончательно определено место для строительства новой школы на 600 мест. Постановление об этом подписала исполняющая обязанности мэра столицы Наталья Хозяинова. Как уточняется в документе, это будет корпус для существующей 21-й школы. Мера поможет ей в ликвидации второй смены. Разместится учебное заведение на территории бывшего центрального рынка. В КОМИ появится большой издательский дом, который объединит газеты нашей республики под одной крышей. Это значит, что отныне все финансовые и юридические задачи будет решать единый центральный штаб, а журналистские коллективы на местах займутся исключительно творческой работой. Что изменится для читателей и не грозит ли такое слияние с закрытием районок, узнавала Любовь Филиппова. Краткировский район, редакция, известная каждому местному жителю «Звезды». Это сюда с завидным постоянством прилетают звонки и письма читателей. Помогите, разъясните, подскажите. Газете, между прочим, без года 80 и останавливаться в работе творческий коллектив не намерен. Сегодня в редакции «Звезды» трудятся три журналиста. Каждый день отслеживание местных событий и разбор писем от читателей. Здесь у нас творческие работники, редакторы отделов Нина Коюшева и Оксана Гудрева. Как всегда, за работой. Очень помогают в создании газеты, говорят сотрудники, сами местные жители. Присылают тексты о том, что происходит в их селах и поселках. Таких внештатных сотрудников у Краткировской газеты больше 25. А вот отдел верстки. Кстати, печатают газету в столице КОМИ. Расходы на доставку почты получаются большими. А потому, говорит главный редактор Эдуард Пименов, уже давно сам развозит часть тиража. А еще «Звезду» читатели получают и по Почте России, и прямо здесь, в редакции. У нас альтернативная подписка организована через «Краткросс» и через магазины «Потребительское общество», через магазины по сельским поселениям. Это уже мы давно, уже с 2002 года, и половина тиража уходит по альтернативной подписке. Хотя тираж газеты в последнее время сильно падает. Только в прошлом году он снизился с 1300 до 1100 экземпляров. Уходят от издания и рекламодатели.
Реклама, честно говоря, упала. И сейчас в основном местечковая реклама, которая территориально в Карткроссе бывает. Редко в Сыктывкар. Подобные проблемы характер носят повсеместный. Подписаться под ними может почти каждая районная газета. Отсюда и решение о создании общего издательского дома. Кстати, одной из его задач будет и повышение достатка сотрудников. Ведь сейчас, говорят в редакциях, сельский журналист получает не самую высокую в республике зарплату. Без заработной платы нормально и не привлечь молодые кадры. Если сегодня посмотреть на редакции районных газет, это в основном средний возраст 40-45 лет. Молодежь уже не идет сюда. То есть зарплата их не тянет. Угу. Есть такие редакции, где те же специалисты, работники уходили в культуру или в образование, потому что там зарплата выше. Сегодня районки работают в статусе автономных учреждений, а потому они вынуждены тянуть лямку забот, которые творчеством никак не назовешь. Лежит еще огромное количество разнообразных функций, связанных с какими-то серьезными управленческими решениями. Банальная коммуналка, бухгалтерия и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня, по сути, руководитель автономного учреждения – это не главный редактор в чистом виде, который занимается исключительно творчеством и изданием газеты, а это такой бюрократ-чиновник, который вынужден писать огромное количество разнообразных отчетов. Суть реформы состоит в том, чтобы забрать у этих учреждений эти несвойственные творческим коллективам функции. Успешный опыт создания издательского дома у республики уже есть почти 8 лет назад. Объединились комьязычные газеты и журналы, чтобы направить все силы именно на творческий процесс и сохранить комьиздание. У каждой редакции на тот момент тоже были проблемы и финансовые, и, грубо говоря, транспортные. То есть у редакции не было транспорта. У газеты «Комимо» на тот момент был новый автомобиль. И редакции, которые присоединились к газете «Комимо», у них появилась возможность выезжать в командировки, в районы, на встречи с читателями. Решение создать издательский дом «Коми» тогда, возможно, «Коми»-то не пришлось по сердцу, но именно оно помогло спасти уникальную прессу. Единственный в России сатирический журнал на национальном языке чушканзы или, к примеру, детскую газету «Йолога». Сегодня в холдинге трудится 300 человек, 5 редакций разных изданий. А вскоре к ним примкнет еще и Пармагор, районный вестник Усть-Кулома. Об опыте медийного слияния рассказывают нам и другие регионы страны. В Воронеже подобное случилось в 2012-м. Объединились 40 изданий. С тех пор Воронежскому издательскому дому удалось увеличить внебюджетные доходы, а еще частично отказаться от услуг почты. Даже федеральная торговая сеть «Магнит» взялась продавать воронежские газеты. Возможность купить в розницу в разных торговых точках, начиная от самой маленькой, заканчивая крупными торговыми точками. Вот такая перед нами стояла задача — войти в розничную торговлю, чтобы люди привыкли о том, что можно районную газету купить в розницу, и делая другие какие-то покупки, заодно люди покупают и районную газету. У нас 32 районные газеты, общий разовый тираж 160 тысяч экземпляров. Мы его держим. Опыт создания издательского дома есть и у Великого Новгорода. Всего 3 года тому назад там решились на слияние. И вот сократились расходы на управленческий персонал. А издания на местах получили возможность развиваться даже в такое непростое для печатных СМИ время. Безусловно, конечно, создание холдинга позволило выжить наиболее бедным районным газетам, которые самостоятельно, скорее всего, такого шанса бы не получили. Доставка газет до читателя – вот самый больной для всех изданий вопрос сегодня. В районках утверждают, подготовить тираж порой дешевле, чем после почты его жителям муниципалитета доставить. И хотя сами почтовики в такую экономику не верят, все же признают, что стоимость подписки на издание вынужденно поднимается. НДС у нас растет, налоги растут, соответственно, есть определенный рост и тарифов. На текущий первый полугодие 2019 года он запланирован в размере 7%. При этом данный рост не перекрывает расходы предприятия, которые постоянно возрастают, с учетом того, что возрастают и затраты на обслуживание данного тарифа. Именно поэтому большинство районок сегодня бьют тревогу. Помощь им необходима. А что же до читателя?
Главное, что позволит реформа сохранить местную печать. А еще считает руководитель газеты «Республика», которая тоже войдет в новый издательский дом, Валентин Тимченко, улучшится может и качество текстов. Другими словами, газеты станут интереснее. Люди, которые варятся в одном маленьком котле в своем где-то там районе, а круг людей, которые выпускают одну газету в одном районе, очень ограничен. Влившись в одну крупную медиаструктуру, постоянно находясь во взаимодействии, перенимая опыт, участвуя в каких-то круглых столах, семинарах, курсах повышения квалификации, я думаю, что способны поднять качество как собственного контента, так и качество дизайна. Вторят главному редактору «Республики» и другие журналисты. Те, что хотят увидеть газеты обновленными. Морально устарели программы дизайна и верстки, в которых делаются наши газеты. Хотелось бы видеть их более современными и читабельными, с красивыми иллюстрациями. А для этого нужна новая техника, новые дизайнерские программы и квалифицированные кадры. И хотя интернет-издания все активнее забирают сегодня аудиторию у изданий печатных, свой читатель у районной прессы будет всегда. На газетных полосах районок всегда найдется то, чего не вычитаешь в столичных СМИ и федеральных. Реальная, близкая жизнь и герои, которые, бывает, живут на соседней улице. 349 голосов собрала петиция ухтинцев в адрес администрации города, призывающая градоначальника прекратить посыпать ухтинские улицы песком и солью и перейти на более экологичные виды обработки дорожного полотна. Если эту инициативу поддержит 5800 человек, то, возможно, Ухта станет первым городом в Коми, улицы которой будут посыпать гранитной крошкой, отчего город избавится от вечной пыли, а корпуса автомобилей не будет разъедать соль. А пока перемены только в планах, наши дороги щедро сдабривают песком, кое-где, говорят, даже вперемешку с камнями, отчего так уточняла Таисия Жакова. Почти полсотни единиц техники ежедневно выходят на улицы, чтобы убрать следы последнего снегопада и попытаться навести лоск. Машины очищают дороги и тротуары, посыпают их песчано-соляной смесью и вновь собирают образовавшуюся кашу. Проверенный годами способ дорожников еще не подводил. С начала сезона в столице Коми израсходовали 8,5 тысяч кубов песчано-соляной смеси. Это из 17 тысяч заготовленных. Пока зима в меру снежная, так что до плюсовых температур материала должно хватить. Если снег выпал, сыпят песок, он не скатывается, не накатывается, и потом проезжают машины, соответственно, на большой скорости и убирают. И песок не накатывается на асфальте. Снег не накатывается на асфальте, не получается гололеда. А другого пока здесь на севере ничего не придумаешь. Если чистой солью сыпать, получится чистый лед, никто ездить не сможет. Песко-соляная смесь, я считаю, на севере это самое эффективное пока. В любую погоду работает. И при более теплой погоде, и даже при минус 30 иногда приходится сыпать. Отказаться от песка город пытался. В 2016-м в Сыктывкаре тестировали реагенты. На пилотных участках улиц дорожники рассыпали почти полсотни тонн плавящий снег химии. Вещество под названием «Геодор-Н» привезли из Перми. Препарат полностью растворялся при применении и не оставлял неприглядного белого налета на дороге и обуви. Позже оказалось, работает реагент максимум при минус 16-18 градусах. При нашем суровом климате этого недостаточно. В итоге действующий мэр Валерий Козлов объявил эксперимент неудачным. На сегодняшний момент пока нет. Что если вы читали о том, что, так сказать, неудовлетворены мы были теми результатами все-таки с учетом нашей зимы. Есть и другой метод. Его уже давно используют на севере Европы. В Финляндии дороги щедро посыпают гранитной крошкой, которая дает лучшее сцепление колес дороги, чем песок. Той же крошкой посыпают самые сложные участки. Въезды на мосты, примыкание дорог, перекрестки. О повседневной жизни финна в своем видеоблоге рассказывает бывший житель Карелии Юрий Пелля. И его ролики пользуются успехом. К примеру, выпуск про дороги и уборку снега посмотрело почти 90 тысяч человек. Зарубежный опыт россиянам оказывается очень интересен. Есть такая теория.
теория, что весной, когда солнце светит, эта крошка помогает быстрее растаять снегу, и тем самым, ну, то есть она черная, а солнце притягивает, и, ну, есть вот такая теория, что это все быстрее сохнет. В принципе, тротуары местами сырые, но в целом, я думаю, не очень плохо. Перейти на гранитную крошку не так давно хотели и жители Ухты. Реагенты и песчаные смеси вредят не только автомобилям, но и экологии, говорят активисты. Дороги достаточно чистить вовремя от снега, а опасные участки посыпать крошкой. Но пока идея не собрала достаточного количества голосов. Поддержали ее чуть больше 300 человек. Чтобы инициативу рассмотрели на муниципальном уровне, нужно почти 6 тысяч «за». О какой безопасности дорожного движения может идти речь, если фары, номерные знаки, боковые стекла и зеркала заднего вида автомобиля залиты грязью, которой посыпают дороги? В вечернее и ночное время обзор равен нулю. Жижа под колесами не улучшает управляемость автотранспортом. Также наносится вред окружающей среде, государственному и личному имуществу. Крошка и правда материал удобный, но у нас, говорят, вряд ли возможен. Во-первых, необходимо произвести замену всей коммунальной техники. Во-вторых, доставить гранитную крошку. Это целый технологический процесс и значительное удорожание. Финляндии, напротив, даже выгодно. Страна буквально стоит на гранитных залежах. Если говорить о северных скандинавских странах, то потом у них есть спецмашины, которые эту же крошку опять же убирают, сметают, перерабатывают, очищают и производят вновь складирование. Да? Но у них несколько иной состав коммунальной техники, которая это позволяет сделать. Существующим машинным парком, ну, мы работаем так, как наши условия позволяют, скажем так, применять то или иное оборудование, ту или иную технику. Впрочем, если зимой песок горожан беспокоит не сильно, то весной о нем часто вспоминают недобрым словом. Особенно много хлопот песчаная смесь приносит коммунальщикам. Это когда с приходом тепла каша из песка и воды начинает стекать в канализацию. Именно грязь больше всего засоряет ливневки. Очистить их приходится вручную. Затем, когда снег тает, мы вновь дружно ругаем дорожников. На дорогах образуются клубы пыли. Пользоваться дедовским способом, похоже, будут еще долго. Благо, убирать улицы от грязи и песка, обещают в администрации, станут эффективнее. Недавно автопарк коммунальной техники Сыктывкара пополнился на 6 единиц. Обновление провели на деньги гранта главы КОМИ. Это 25 миллионов рублей из 36. Еще 1 400 000 добавила администрация города. Среди новинок – подметально-уборочная машина «Бородвей», снегоочиститель, две комбинированные машины и два мини-погрузчика. Самая современная машина из тех, что есть сегодня, вот этот многофункциональный КАМАЗ, может работать круглогодично. Нам подсказали наши коллеги в городе Пенза во время нашего поезда, ну и в Москве, в Санкт-Петербурге, именно вот такие, значит, аппараты, такие машины убирают город, потому что он позволяет убирать, в принципе, не ожидаясь высыхания дорожного полотна. То есть, если вы помните, когда у нас идет таяние льдов, снегов, в сырую погоду, другие виды техники, к сожалению, или нельзя использовать, или они не столь эффективны. В прошлом году автопарк дорожного хозяйства муниципалитет пополнил аж дважды. На деньги города 12 миллионов рублей приобрели еще две машины. Теперь дороги каждый день очищают, метут и посыпают 200 единиц техники. И это не предел. Работу по обновлению в мэрии планируют проводить каждый год. Причина не только в износе старых машин, но и в технологиях. Каждые 2-3 года появляются более эффективные способы уборки улиц. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. На неделе главе КОМИ доложили, что основной цикл производства тепличного комплекса «Сосногорский» будет запущен уже в мае. Отопление в теплице удалось подать на неделю раньше срока, а руководство предприятия заверяет, готовность оборудования стопроцентная. Когда нам ждать первый сосногорский урожай? Прямо сейчас детали строительства доведет генеральный директор комплекса Павел Трусагин. На сегодняшний день, за период строительства, была проведена огромная работа. Завершен основной цикл строительно-монтажных работ, возведены блоки теплиц, построены сети ресурсообеспечения, электро, газа, вода, снабжения. Возведены здания, обеспечивающие энергоресурсами всех потребителей тепличного комплекса. Это здание рынка центра, которое вырабатывает суммарной мощности более 21 мегаватта электрической энергии. Также за данный период нами построены сети внутриплощадочные. Сейчас ведутся работы активные по пусконаладке этих сетей, по их испытаниям, для того, чтобы уже в конце
марта месяца текущего года мы могли сделать экспериментальную высадку первой продукции, чтобы посмотреть, как поведет себя светокультура в наших условиях Крайнего Севера. И как будет работать вся система полива, система досвечивания, система зашторивания, система подкормки растений. Чтобы в марте месяце мы высадили, и в мае месяце мы уже вышли на основной цикл выращивания овощной продукции. Начнем мы с томатов. Первое отделение засадим томатом, а следом где-то в июне, в июле месяце мы будем высаживать уже отделение огурца. Выход продукции ожидается на август, сентябрь месяц. Продукция будет поставляться преимущественно в торговые сети, это крупный ритейл, но также мы планируем оставлять на нашем рынке порядка 15-20% выпускаемой продукции. Это более чем достаточно для насыщения рынка Ухты, Сосногорска и ближайших районов. На сегодня сформирована инженерная служба, которая находится уже в штате типичного комплекса. Подготовлено более 60 специалистов-овощеводов, которые прошли обучение благодаря программе Министерства труда и занятости Республики Коми. Дополнительно еще порядка 80 человек, желающих работать на комбинате, но не прошедших обучение. Таким образом, порядка 150 человек у нас находится в резерве. На этой неделе стало известно еще об одном случае совершения преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста. Именно так сейчас именуются случаи педофилии. Мужчина напал на подростка на лыжной базе в Сосногорске. В этой связи возникает множество вопросов. И главный из них – почему 7-летний мальчик оказался на лыжне один, без родителей? Максим Васильев попытался найти универсальный ответ. Говорить о половой неприкосновенности детей в последнее время как-то не принято. Тема педофилии не то чтобы под запретом, но отнесена к разряду шокирующих и резонансных. Поэтому, если что и появляется в средствах массовой информации, то появляется дозированно. Понятно, что сосногорский случай вовсе не единственный в республике. Нападавшего, кстати, пока не нашли. Понятно, что подобные инциденты на особом контроле, а большинство таких неадекватов на учете. Одного из них, легкого шизофреника с болезнью педофильной гомосексуальности, Эдуарда Цогольна, не так давно осудили на 13 лет. Эпизодов у него было много. Еще в начале 2000-х он использовал главный предлог для дружбы с подростками. Угощал сладостями, давал небольшие суммы денег взаймы. В ходе данной встречи Цоглин обычно сидел на скамейке с пивом и предлагал ребятам это пиво выпить. Кто-то его употреблял, кто-то отказывался. Самому младшему было на тот момент 8 лет, в отношении которого и было совершено преступление. То есть мальчик не понимал, для чего Цоглин это преступление совершает. Ну и что подтверждается, нахождение его в беспомощном состоянии. Цоглин общался с подростками и в социальной сети под вымышленным именем Аркадий Удальцов. Странная переписка со взрослым мужчиной из Москвы зимой 2017 года попала на глаза маме одного из мальчиков. Она обратилась в полицию, затем с ужасом узнала, с кем водится ее сын. Следствие установило 6 юных друзей-педофилов. К счастью, до надругательства дело просто не дошло. Были развратные приставания и иные действия сексуального характера. Квалификация таких дел в республике не выбивается из общей статистики. 30 преступлений прошлого года – цифра невопиющая. В былые времена бывало и поболее. Впрочем, каждого из фигурантов таких дел после колонии государство сегодня ограждает от детей законодательно. Лица, осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности, не только несовершеннолетних, да, а вообще в принципе, они никогда не смогут заниматься педагогической деятельностью. Это то, что касается педагогической деятельности. Да? Ну и 351 прим. 1 Трудового кодекса у нас распространяет аналогичные ограничения на занятия деятельностью, связанной с детьми. То есть это и здравоохранение, и образование, и культура, и спорт. Да? Ну, то есть мы все понимаем, что, допустим, есть учреждение там, доп. Образования или спорта, которое оно не является, там нет педагогической деятельности, но все равно сопряжена с работой с детьми. То здесь введены такие же ограничения, лица осуждены хотя бы когда-то, да, то есть это даже те, которые у них будут и сняты, и погашены, они никогда не смогут работать с несовершеннолетними. Семья, образование и государство – вот три бастиона защиты, которые должны ограждать наших детей
от подобных инцидентов. По идее, они должны дополнять друг друга. На самом же деле сегодня неэффективен ни один из этих институтов. Так говорят профессиональные психологи. В Советском Союзе было принято запугивать своих детей страшилками про злых незнакомых взрослых, из рук которых нельзя брать сладости и напитки. Советский менталитет воспитания детей – пережиток, с которым сегодня живет большинство среднего поколения. Запугать, оградить и внушить ребенку страх перед силой – совсем не то, что нужно новому поколению. Это не работало тогда, не работает и сейчас. Я не считаю нужным учить детей бояться незнакомых. Мы даже на работу, когда ходим в коллектив, мы общаемся, взрослые люди, да, не со всеми. Мы общаемся избирательно. И вот это то, что нужно однажды осознать, да, что, чему я должен учить ребенка? Я должен учить ребенка выбирать себе, да, партнеров для контактов. Вот это и будет защищенность. Не спрятать ребенка дома, да, не научить его бояться людей, да, среди них могут быть очень интересные люди. А научить помнить, где он, зачем он здесь, да, что входит в его планы, с кем ему интересно этим заниматься, и, соответственно, да, дифференцированно строить отношения. Чего точно сегодня не хватает нам, по мнению психологов, так это информированности. У родителей сегодня отсутствует элементарная правовая грамотность, а попытки скрывать эпизоды от общественности вовсе проблему педофилии не решают. Еще года 2-3 назад активно обсуждалась проблема, да, в общественном сознании относительно того, каковы показатели, да, педофилии, той же самой преступности, молодежной преступности и прочее, то последние 2-3 года у нас все на ура. У нас пропала куда-то педофилия, и только конкретно страдающие, да, жертвы знают про то, что она есть, да, и редко-редко это всплывает, да, в прессе, где-то становится известно, да, как правило, именно представителям СМИ. А не так, да, что правоохранительные органы, да, там имеют сотрудничество со СМИ, информируют активно, да, население, да, грамотно, профессионально, там, да, с привлечением психологов и ориентируя, не пугая, а ориентируя, да, именно, да, то есть вот в том, как вести себя, чтобы этих случаев было меньше, да, и как вести себя, если вам что-то стало известно по этому поводу. В итоге, поверьте, сегодня сеть, социальные сети, сплошь и рядом насыщены группами, и это связано с конкретными школами, да, в которых эти группы формируются в сетях, где информация неадекватная, связанная с половым поведением, да, гомосексуализм, инцест и так далее, обсуждается активно, широко, повседневно, уже как рабочая практика. Понятно, что выжечь каленым железом педофилию сегодня нельзя, как бы нам всем этого не хотелось. Дегенераты-шизофреники были во все времена. Ну и создавать искусственно некий информационный хрустальный колпак – путь в никуда. Универсальный рецепт – это говорить о проблеме педофилии открыто. Ну и главной ограждающей силой должен стать закон. С 30 января по 6 февраля во всем мире проходит неделя безопасного интернета. Все, что связано с ней, направлено в первую очередь на то, чтобы обезопасить детей от так называемых вредоносных сайтов и страниц в социальных сетях. А там зачастую можно найти всякое, от советов по изготовлению наркотиков до призывов к суициду. Как спасти подрастающее поколение, рассуждает Ольга Коняева. Интернет сегодня – это наша параллельная действительность, призванная в своих лучших проявлениях нашу жизнь обогащать. И задача взрослых – подготовить к этой второй реальности детей, впрочем, как и всегда, обучить их правилам безопасности. Примерно таким должен быть контакт ребенка с интернетом. Под присмотром, время ограничено, компьютеры оснащены системой контент-фильтрации. Так и происходит в государственных учреждениях республики. Защита детей в киберпространстве обеспечивается с помощью Центра информационных технологий, который обеспечивает контент-фильтрацию в нашей библиотеке и в других организациях, где находятся дети в интернете. В том числе мы обязательно, библиотекари обязательно в порядке следят, куда заходит ребенок, наблюдают. И, конечно же, оказывают всевозможную помощь при этом. То есть рекомендуют лучшие детские сайты, повторяют правила работы безопасного интернета. Но за пределами урока дети часто остаются с гаджетами один на один. Именно тогда возникает угроза попасть в сети злоумышленников. А потому важно настроить ограничивающие функции поиска в интернете и установить программы родительского контроля на все гаджеты.
Те детки, которые у нас испытывают чувство одиночества, у которых не очень устанавливаются дружеские отношения с другими, да, детьми, с одноклассниками или вообще с ребятами, например, там, со двора, да, они, как правило, больше времени проводят в дистанционном формате общения. То есть они знакомятся и общаются в интернете. И, конечно, эти дети, которые мало того, что они испытывают чувство одиночества, они же еще и имеют мало опыта общения. Да, и какие-то моменты они пропускают, они не могут проследить. У них не возникает чувство тревоги тогда, когда... Например, разговор идет о том, о чем мне очень хочется. Чем позже интернет войдет в жизнь ребенка, тем лучше. Это основная рекомендация психологов. Оптимально в среднем школьном возрасте, когда есть опыт общения, появляется критичность мышления. Перед знакомством с киберпространством важно рассказать о скрытых угрозах. В 2018 году было внесено в реестр запрещенных информации, запрещенной информации более 450 ссылок на запрещенный контент. Это как раз-таки экстремизм, терроризм, способы совершения самоубийства. Больше половины опрошенных детей в России ответили, что сталкивались с опасностью в сети. Чаще это происходит случайно, и родителям об этом не рассказывают. Контент с запрещенной, агрессивной и социально опасной информацией отслеживают и блокируют сотрудники Роскомнадзора. Именно в это федеральное ведомство нужно обращаться, если вы обнаружили портал с неоднозначным содержанием. Обращение можно отправить с помощью обратной связи на сайте Роскомнадзора. Какую информацию вы можете разместить? Это признаки детской порнографии, признаки пропаганды наркотиков, признаки призыва к самоубийству, информацию об экстремистских материалах, азартные игры и ссылки на сайты по незаконной продаже алкоголя в сети интернет. На вооружении службы надзора автоматизированные интегрированные системы мониторинга и регистрации «Симона» и «Сирена», которые распознают вредоносный контент. Например, вот поступила карточка сетевого издания, опубликована нецензурная брань. В данном случае нами было направлено это на экспертизу. То есть мы также направляем на экспертизу в Москву. У нас есть целое подразделение, которое занимается выдачей вот этих экспресс-анализов. В данном случае редакция и учредитель привлечены к ответственности. Самая популярная интернет-активность у подростков – социальные сети. Чтобы виртуальные друзья не навредили здоровью и жизни юного пользователя, нужно помочь настроить безопасность и приватность, скрыть страницу от поисковых сайтов, подключить дополнительную авторизацию по номеру телефона. Злоумышленник, когда попытается войти на страницу вашего ребенка, он не сможет зайти туда, потому что он не получит дополнительный пароль, который приходит родителю на телефон. Соответственно, он не сможет зайти и рассылать спам, либо заниматься вымогательством. Второй пункт, который вам необходимо сделать, это закрыть профиль. Для чего? Для того, чтобы посторонние лица не могли увидеть информацию о вашем ребенке. Не размещать в сети персональные данные, информацию о родителях, родственниках, номера телефонов, документов, адреса, даты поездок. Договориться с ребенком, что общаться в социальной сети он будет только с уже знакомыми людьми. Ведь за фотографией нового симпатичного друга может скрываться плохой человек. Террорист, экстремист, педофил, продавец наркотиков, мошенник. Не встречаться ни в коем случае с неизвестными собеседниками. В любых нештатных ситуациях обязательно проговаривать детям, что если что-то случилось уже, что-то произошло, ты что-то уже рассказал или что-то послал, обязательно мне приходи. Я не буду тебя ругать. Да, мы будем вместе решать эту ситуацию. Распознать, что ребенок попал под влияние вербовщиков или групп смерти, страдает от кибертравли или интернет-вымогательств, не так просто, говорят психологи. Если они стараются убирать телефон, если они стараются закрывать за собой все открытые страницы, если они закрываются в комнате, когда остаются один на один с гаджетом, конечно, это уже может вызывать определенные опасения. Ну, не стоит родителю врываться в комнату, сразу открывать, смотреть, да? Однако вот осторожно поинтересоваться. Вот так много времени ты провел, все-таки там бывают интересные вещи. Расскажи мне там, что там ты интересного узнал. Помогут только доверительные отношения и специалисты. А самое главное – профилактика. Легче не допустить беды. Уроки безопасности проводят силовые ведомства, Роскомнадзор, образовательные учреждения культуры, психологические службы. Обратитесь к профессионалам. Они в доступной форме объяснят, что делать. И главное – проводить больше времени с детьми и не заменять отдых гаджетами. Такими были детали этой недели. Увидимся на следующей. До встречи.